Первый опыт международного сотрудничества в сфере железных дорог относится к 1893 году. Тогда, в соответствии с Бернской конвенцией о железнодорожных перевозках грузов, было создано Центральное бюро международных железнодорожных сообщений. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Казутин, вы смотрите новости «Стальной магистрали» и в ближайшие минуты о наиболее заметных и важных событиях минувших дней. Поехали! Сегодня в выпуске. Партнерство ради экономики. Состоялись переговоры руководства магистрали с коллегами из Литвы и Монголии. Признание по заслугам. В Минске наградили лучших по профессии. Лауреатами отрасли стали представители 90 специальностей. Лучшие технологии детям. На детской железной дороге капитальная модернизация. Обновление проводится на самом современном уровне. В конце февраля в Минске состоялись переговоры руководителей белорусской железной дороги и литовских железных дорог. Литва остается важнейшим партнером белорусской магистрали. Международное сообщение на этом направлении идет как в формате доставки грузов, так и пассажирских перевозок. Руководители железнодорожных администраций двух стран обсудили итоги года прошедшего и определили перспективы развития. Наша деятельность белорусской железной дороги и литовской железной дороги, она очень тесно переплетена. И чувствительно друг другу подвижные по объемам. Надо констатировать, что мы с вами не допустили падения. И благодаря согласованной политике, согласованным действиям мы, пусть небольшой, но рост транзита мы все-таки имеем. Мы должны тоже смотреть и искать новые какие-то подходы и возможности, что хорошо выглядеть и сама наша структура, и дальше она развивалась. Прежде всего, предстоит повышать сервис, качество и, разумеется, скорость. В том, что касается пассажирских перевозок, благодаря оптимизации графика движения и пограничных досмотров, Минск и Вильнюс уже стали ближе на 1.5 часа. Следующий шаг – электрификация участка. Но самое пристальное внимание – к грузовому трафику. Цель – сделать железнодорожный путь к портам Клайпеды, а в перспективе и Калининграда, наиболее удобным для отправителей из стран Таможенного союза и ЕС. Второе направление – расширение трансконтинентальных перевозок в рамках 9-го международного транспортного коридора из Скандинавии к Черному морю. Перегрузкой контейнеров и перестановкой вагонов с колеи 1520 на европейскую, так же, как и Беларусь, занимается Монголия. Правда, на границе с Китаем. К слову, это не единственное обстоятельство, которое сближает транспортников двух стран. Встреча с прицелом на долгосрочную перспективу состоялась в начале марта. В Минске прошли переговоры между делегациями Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси и Министерства дорог и транспорта Монголии. Свой интерес к развитию сотрудничества у белорусской железной дороги. С 2002 года по маршруту Брест-Улан-Батор курсирует контейнерный поезд «Монгольский вектор». Он доставляет грузы из стран Евросоюза в Монголию. А с 2005 года маршрут продлили до Китая. За прошлый год в сообщении «Беларусь-Монголия» перевезено 164 тысячи тонн грузов. Прирост объемов 18%. И в то же время стороны убеждены, грузопоток можно увеличить и ускорить. Все контейнерные поезда практически, которые идут на, в том числе на Монголию, на Китай, проходят по этому участку. Россию и Китай связывает трансмонгольская железная дорога. Сейчас тот коридор плотно загружен. Улан-Баторская железная дорога намерена построить еще 1800 километров пути и увеличить транзитный потенциал региона. Не исключено, что здесь пригодится опыт и белорусских железнодорожников. Пока магистрали двух стран договорились о сотрудничестве в области капремонта и модернизации техники. Также стороны окажут взаимную поддержку в развитии грузовых перевозок в сообщении «Монголия-Беларусь» и транзита из Китая в Западную Европу. Главным событием конца марта стали выборы в местные советы депутатов. 37 избирательных участков располагались на объектах белорусской железной дороги. Многие работники магистрали голосовали досрочно, в том числе и по служебной необходимости. Колесо крутится круглые сутки, а значит, гражданскую сознательность нужно учитывать с поправкой на рабочий график. Олег Гурецкий, дежурный по депо локомотивного депо «Минск», со своим выбором определился загодя. На избирательный участок пришел еще в начале недели. Потому что 23 числа рабочая смена. И придется работать с 7 до 8 вечера. Ну, естественно, конечно, хотелось прийти пораньше. Надо же как-то какой-то выбор делать, потому что если мы сейчас не сделаем выбор, то в будущем уже будет поздно. Впрочем, железнодорожники участвовали в прошедших выборах не только в качестве избирателей. Более 600 работников вошли в состав избирательных комиссий, а 6 человек получили портфели депутатов областных и Минского горсовета. Сильные звенья единой цепи. Белорусская железная дорога наградила победителей отраслевых смотров конкурсов «Лучший по профессии». 18 марта в Минске собрались победители со всех отделений дороги. Александр Поднюк на дороге с 1996 года. При выборе профессии долго не колебался. Тем более перед глазами был самый верный пример – отец-путеец.
С тех пор сам стал бригадиром на Брестской дистанции пути. Проявились и особые черты характера. Дисциплина, вот, это однозначно, конечно, здесь. Вот, дисциплины никак не может быть. Ну, тем более на железной дороге тут все связано с дисциплиной. Ну, конечно же, без трудолюбия тут никуда не деться. Я знаю, что для одного единственного человека, которого это не стало неожиданностью, это для моего отца. Вот так. Даже когда я ему звонил, он сказал, ну, я другого тебя не ожидал. Награды передовикам стальной магистрали вручал лично начальник Белорусской железной дороги. Владимир Морозов обозначил приоритеты развития дороги. Обновление, модернизация, повышение скорости перевозок и транзитной привлекательности. И напомнил, работать нужно с любовью к клиентам и пассажирам. Любые задумки, они будут ничто, если не будет команды идеологов этого процесса и команды, которые понимают и хотят это сделать. Я считаю вас командой и себя членом нашей команды и уверен, что все лучшее у нас впереди и самое лучшее достояние белорусской железной дороги было, если остается, это человек труда, это человек, который делает свою работу ответственно. Работу дежурного по станции легкой не назовешь. Во время 12-часовой смены нужно принимать и пропускать поезда по станции и на примыкающих перегонах, обеспечивать безопасность движения. В Жабинке, где работает Татьяна Лукша, сходятся три перегона с интенсивным движением. Здесь проходит второй международный транспортный коридор. Работы в любом случае достаточно, но бывают нестандартные ситуации. Может случиться в любую минуту все что угодно, поэтому всегда надо быть готовым к таким ситуациям. Я считаю, что это прежде всего, конечно, опыт, да, непосредственно опыт. Знание своей работы, надо любить свою работу. Ну и, конечно, тоже какие-то личные качества, я считаю, играют немаловажную роль. Отраслевые награды и цветы, и самое важное, признание высокого уровня знаний и профессионализма получили представители 90 различных железнодорожных профессий и специальностей, таких как билетный кассир, дежурный по станции, диспетчер, машинист поездов, телеграфист или электромеханик. Среди них и вполне гражданские, но от этого не менее важные – каменщик, сварщик, столяр, штукатур. Ведь лучшими становятся не только по профессии, но и по призванию. Мы выбираем людей, на которых должны равняться коллективы. И вот этот уровень знаний, который сегодня они показывают, и тот уровень мастерства определяет в целом обстановку коллектива белорусской дороги. Это уже из практики. Появляется заряд бодрости для того, чтобы сделать еще лучше. И ну, участвовать в этом деле, ну, как говорится, с пользой для, не только для себя, но и для предприятия. Потому что действительно на таких людях держится дорога. Вячеслав Кузьмицкий из Гомеля на дороге разменял уже второй десяток. Но до сих пор под стук колес душа поет. За эти годы прошел путь от слесаря до машиниста-инструктора. Убежден, на железной дороге остаются работать настоящие фанаты своей профессии. В должности можешь наработать, знать, но если эту работу не любить душой, то, наверное, не задержишься. Конечно, знания помогают в работе, безусловно. Это огромная, скажем, почва, на которой можно твердо и уверенно стоять. Но любовь к профессии должна быть. Я рад, что у меня мой старший сын пошел по моим стопам. Может быть, даже я зародил свою династию. Ее называют колыбелью железнодорожников. Детская железная дорога сейчас переживает масштабную модернизацию. Впервые за 59 лет с момента открытия обновление предстоит всей инфраструктуре Малой Белорусской. Так про Сокалейку в парке Челюскинцев писали журналисты в 1955 году. Год назад капитальный ремонт прошел тепловоз и пассажирские вагоны. Сейчас подошла очередь путевого хозяйства. Внутри вокзала на станции Заслонова делают ремонт с сохранением исторического облика. Впрочем, на обучение кружковцев это не повлияло. Занятия с детьми проходят в штатном режиме, но благодаря, что у нас имеется учебный центр на улице Фрунзе, для занятий с детьми реконструкция самой детской железной дороги, то есть производственной базы, никак не сказывается на подготовке юных железнодорожников. В целях повышения безопасности пассажиров вдоль края пассажирских платформ укладывают специальную тактильную плитку. Помимо реконструкции перронов и парадной лестницы предстоит ремонт пути, подсыпка балласта и замена рельсошпальной решетки. Некоторым рельсам уже исполнилось больше 100 лет. После перешивки пути фрагменты с клеймом 1901 станут музейными экспонатами. К слову, времени у строителей осталось совсем немного. 1 мая на детской железной дороге ежегодно открывает новый сезон. И на сегодня это все. До встречи и счастливого пути!